Всем привет, друзья! С вами Гиф. Коротко о новостях текущей недели. Вышло дополнение 18, в котором игроки могут наконец сражаться с титанами. Возможно, это стало благодаря появлению нанитных торпед-стражей, с помощью которых на короткое время прикрываются теплоотводы титанов. Он начинает закипать изнутри, вероятно, от гнева, высовывает свое титановское щупальце или что там у него есть, и в это щупальце можно как раз пострелять. Действо повторяется по кругу до тех пор, пока у титана не прихватит сердце. Всего сердец у титанов по 9, а у самого дохлого Тараниса осталось всего одно. Поэтому, возможно, сегодня вечером или ночью он отправится прямиком в свою торгоидскую Вальгалу, и останутся еще 7 титанов. Уверен, сообществу стоит приложить все усилия по изгнанию торгоидов из обитаемых миров, чтобы фронтиры не могли развивать эту увлекательную линию дальше, а занялись другими дополнениями. Да, и чтобы облегчить жизнь пилотам, ограничения на покупку нейтрализаторов поля и антикоррозийных катапульт сняты, их можно покупать за вечно зеленые кредиты на любом мегашипе в любых количествах. Также фронтиры на стрим показали несколько кадров Питона Марк 2, эти кадры вы видите на экране. Корабль будет иметь 6 хардпоинтов для оружия и 6 слотов для доп. Оборудования. Фронтиры позиционируют его как один из PvP кораблей в дополнение к Мамби и Фердиланцу, попутно намекая, что PvP станет более важным в дополнении 19 после переработки PowerPlay 2.0. На мой субъективный взгляд, очень странное решение, хотя оно полностью в духе фронтиров. Возьмем, например, тип 10, призванный защищать галактику от инопланетной нечисти. Если взять статистику с ЕДСМ о погибших кораблях в системе, где обитает Титан Таранис, видно, что тип 10 не самый популярный корабль. Могу ошибаться, может быть, на нем вообще никто не умирает, а из этих 7 аварий, кстати, одна или две мои. Поэтому, если вдруг в PowerPlay 2.0 фронтиры делают ставку на PvP, то это грустно. И если новый питон не будет универсальным, как предыдущая версия, а чисто боевым кораблем, то для меня это тоже грустно. Хотя, поживем увидим. На этом все, друзья. Увидимся у титанов. С вами был Гиф, и удачных вам полетов.